Друзья, приветствую всех на своем канале. Одесса, 30 мая. Появилась информация о том, что Одесский припортовой завод из-за ракетного удара 20 мая не сможет запустить работу. Завод находился на консервации, но планировалось открыть производство на нем с 1 июня. Однако теперь эти планы отложены. Следовательно, финансовая ситуация, в которой оказался завод из-за войны России против Украины, остается крайне сложной и нестабильной. Это тот завод, о котором я уже сообщал на своем канале, потому что был очень мощный взрыв. Там были видео с места. Вот, судя по всему, его работу запустить не получится.